От сессии до сессии живут студенты весело, а если они при этом еще играют в хоккей, им не грустно даже во время зачетов и экзаменов. Спортивную же сессию тюменские хоккейные студенческие команды закрыли турниром в честь праздника 9 мая – Кубком Победы. Очень интересно, много болельщиков. Честно говоря, сам не ожидал, что так получится. Более того, у нас играет самый молодой игрок. У нас девушка играет, которая в профессиональной женской хоккейном клубе. Ну так здорово побороться за такой кубок, тем более с парнями, которые целый сезон показывали, что они могут. Все парни за скейл, все парни действительно долгое время по профуровню кто-то играл. Виктория помогла своей команде занять третье место. Серебряными призерами стали курсанты ТВИКУ, а победителями турнира хоккеисты Индустриального университета.